чемпионату Европы сборная Дании готовится по-своему. Ее тренировки проходят на Балтийском побережье, на поле футбольного клуба городка Хельсингер. Какого-либо напряжения в связи с предстоящим первенством Европы по действиям игроков не ощущается. Думаю, все потому, что наша страна небольшая. У нас все проще, в том числе общение с болельщиками. Таков уж датский менталитет. Прийти посмотреть тренировки национальной сборной может любой желающий. Наш стадион очень маленький, любой может прийти сюда и понаблюдать за тренировкой сборной, и это здорово. Мы здесь устроили небольшой пикник, очень уютно. Раскованная атмосфера объясняется просто, а датчан не ждут высоких результатов. На чемпионате Европы 2008 года они не сумели преодолеть даже отборочную стадию. С тех пор тренер Мортен Ольсен делает ставку на быструю комбинационную игру и на нескольких звезд в составе команды. Один из них, Уильям Квист, выступает за немецкий Штутгарт. Правда, он единственный представитель Бундеслиги в команде Дании. Большое будущее прочит 20-летнему нападающему Кристину Эриксену из амстердамского Аякса. Все будет зависеть от формы, в которой будут находиться игроки перед конкретным матчем. И нам, пожалуй, как никакой другой команде потребуется хоть чуточку удачи. Датчанам терять нечего, поэтому они расслаблены, как никто другой. Но в игре против сильных соперников этого будет мало, так что сборная Дании, судя по всему, не пройдет групповой турнир.